Как же оживились путинские моли под моим видео о его любовницах. Крылышками хлопают. Бяк-бяк-бяк-бяк. Почему это тебя еби... Ну, вы поняли. А, что ты сплетни собираешь? Какая глупость. Боже, какую ересь ты несешь. Какие любовницы с его работой. Что вы лезете в его личную жизнь? Да я бы не лезла, если бы эта его личная жизнь не устраивалась на народные деньги. И о каких сплетнях вы говорите? Если это стало уже достоянием гласности. Я понимаю, что по телевизору вам об этом не расскажут, и уж тем более не покажут. Но есть же независимые СМИ и любопытные журналисты, которые раскопают все, что угодно. И я им за это благодарна, потому что они открывают нам глаза. А то получается, что рассусоливают о традиционных ценностях все, начиная от Путина и до последнего холопа. А на деле ведут развратный образ жизни. И особенно смешат те, которые пишут, что у Путина нет на любовниц времени. Блин, вы еще скажите, что у него нет на них денег. Зачем вы лепите из Путина святошу? Или вы забыли, что он находится в международном розыске по уголовной статье? Я поверю только в одно, что у Путина нет сил на любовниц. Но чего только не сделаешь ради пиара. Хотя нет, еще в одно. Видимо, хочется... Но не может.